отпускает очень хорошо и расслабляет. Очень помогает. Детям вон вообще кайф перед полетом, особенно когда первый раз летят, то очень помогает. Это интересный опыт развития организации, это помощь людям, которые действительно боятся летать, и мы можем своими действиями оказать им какую-то поддержку. И действительно, для многих людей животные — это такой антистресс, и я думаю, что, может быть, детей или даже взрослых, которые нервничают перед полетом, это может как-то успокоить, отвлечь просто мысли насчет предстоящего полета. Поэтому я думаю, это хорошая идея.